Сейчас мы рассмотрим довольно важный аспект подготовки на мешках и любого поединка в целом. Это дистанция, перемещение и защитные действия. Ты должен понимать, что мешок — это статичный снаряд. Он просто стоит, чего в бою не бывает. Противник всегда двигается и перемещается. Так что попасть по нему довольно сложно. И для этого нужно чувство дистанции. Просто подойти к мешку и влупить — это дело одно. Так можно выставить силу. Но подойти к противнику, чтобы попасть, дело совсем другое. И здесь нужно чувство дистанции и точность удара. Сейчас я вам покажу наработки, которые можно делать именно для отработки дистанции, защитных действий и перемещения. Все это в основном отрабатывается сериями и комбинациями. Сейчас я буду показывать и параллельно рассказывать, что, как нужно делать. Смотри. Следующий момент. Опять-таки с дистанции прощупали. На выпаде, на подшаге, подскоке делаем два прямых. Опять дистанция. Бам-бам. Двоечку попали, вставили. Противник или закрылся, или сделал уклонный рот, пошел на тебя. Мы сразу после двоечки делаем шаг в сторону, смещаемся на 90 градусов к противнику. Встаем четко сбоку. И добавляем лоу-кик по задней поверхности бедра. На мешочке это хорошо можно отрабатывать, да, мешок статичный. Как и противник, который закрывается. Противник закрылся, стоит на месте. Мы смещаемся и бьем уже сзади лоу-кик. И еще раз. Дистанция. И добавили сразу лоу-кик. С дистанции. Ушли. И лоу-кик добавили. Обязательно вот этот уход нужно делать прыжком. То есть никаких лишних движений ногами. Сокращаем дистанцию за счет одного прыжка. Да? Бам-бам. Сразу на правой ноге уходим в сторону. Бам. Встаем сбоку противника и добавляем правый лоу-кик. Отрабатывайте. Это отличное движение, когда двоечку попал и сразу ушел в сторону. С любые ответные удары противника, они будут в никуда, в воздух. А ты уже стоишь четко сбоку противника и можешь ему добавить любой удар, который уже будет максимально эффективен. Следующий вариант. Начинаем с ноги. То есть дистанция короткая. Да, сейчас мы стоим рядом с противником. Идет какая-то работа. Ты бьешь правый middle kick, попадаешь. Сразу делаешь, да, шаг назад. Такой отскок небольшой назад. Потому что будут ответные действия противника. Скорее всего, это будет тоже middle kick или прямой рукой. Поэтому дистанцию надо разорвать достаточно. Еще раз. Удар. Вот, провалил противника. Только ты его провалил, сразу сокращаешь дистанцию с правым прямым. Бам, на выпаде туда, на левой ноге. Вот, сократил. И теперь делаешь смещение влево. На левой ноге проворачиваемся. Вот, ты стоишь, пробил правый прямой. Правую ногу заносим назад. Проворачиваемся на левой ноге. Уходим опять-таки от ответных ударов противника. И добавляем сразу еще один правый middle kick. Или хай-кик в голову сразу противнику. Тоже отличная такая вещь. Мы, получается, делаем два защитных действия в этой комбинации. Стоим рядом. Middle-кик. Ушли. Прямым. Достали. Ушли. Хай-кик добавили. Такая комбинационная работа. Мы делаем два разрыва. То есть мы бьем, уходим, бьем, уходим, бьем. Получается, ты все время попадаешь, разрываешь, проваливаешь противника. Опять попадаешь. Он опять пытается ответить, но ты уже в стороне стоишь. И опять добавляешь. Еще раз. Ушли. Достали. Ушли. Достали. Вот такая работа.